Новинка от Sony – поистине высокотехнологический гаджет. Компактная камера H70 – производительная и недорогая. Да и оснащена она интересными функциями. Познакомимся? Комплект поставки включает аккумулятор, зарядное устройство, многофункциональный кабель USB и аудио-видео, шнурок на запястье, диск с ПО и руководство пользователя. Внешняя камера очень схожа со старшим братом HX7V. Матовый корпус из высококачественных материалов надежно убережет аппарат как от падений и ударов, так и от царапин и следов. Небольшая рукоять и выемка для большого пальца обеспечат уверенный хват и комфортную эксплуатацию. Отсутствие элементов управления на боковушках добавляет гаджету цельности. На верхней панели кнопки включения, спуска затвора, регулятор зума и переключатели режимов. Снизу порт USB, слот карт памяти SD и отсек с аккумулятором. Сзади экран в 3 дюйма, навигационное колесико, меню, клавиши просмотра и удаления. Управлять новинкой удобно даже одной рукой. Производитель порадовал целой палитрой расцветок. Можно выбрать между черным, белым, синим и красным вариантами. Новый H70 покорит ваши сердца отличным качеством съемки. 16,1-мегапиксельный сенсор преподносит отличные снимки с высоким уровнем детализации. Оптический стабилизатор SteadyShot и высокая чувствительность ISO 3200 позаботятся о четкости картинки даже в сумерках. Фирменный объектив Sony G может похвастаться 25-миллиметровым фокусным расстоянием и 10-кратным увеличением. Все широкие пейзажи и мелкие детали – не проблема для этой модели. Панорамный режим съемки откроет вам абсолютно новые возможности. Гаджет сделает пару кадров, обработает их и соединит в один живописный шедевр высокого качества. Новинка также снимает HD-видео с разрешением 1280 на 720 и скоростью 30 кадров в секунду. А результат сохраняется в популярном формате AVI. И это здорово избавит вас от утомительной конвертации. Встроенные подсказки облегчат новичкам съемочный процесс. Лень копаться в настройках? Включайте режим iAuto и получайте максимально качественный результат автоматом. Для хороших портретов пригодится режим определения улыбки в кадре. Счастливое фото – это так просто. Камера H70 – действительно удачная разработка от Sony. Эта мощная новинка переняла аппаратные качества старших братьев и эргономику младших. Она, несомненно, заслуживает вашего внимания.